Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1333. События дня. Псалом 72, 25. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. За 10 августа 2019 года. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыни сердца моего и счастье моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя и гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Все проповедь речь идет. Затормозить, можно посмотреть, что тут такое. Стихотворение, которое я посылал людям. Иеремия 1:10. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Не троньте меня, отступитесь, ревнители тлена. Мной брошенный вызов, богатство уже не мое. Другие его подхватили не в праздник успения. Пасхальные гимны уже благовестие поет. Не троньте, прошу, отступитесь и скройтесь. Разве не видите миссию, чью исполняю? Напрасно лелеете тысячелетий коросты. Вы к перелету негодны, а только предсмертно линяете. Девиз мой, что слово и живо, и действенно, и я помогаю вживлять стимулятор на сердце. Епископом гордым, и это нормально, естественно, чтобы агнца вкушали не с кислым, а с пресным. Не троньте, не видите, как я для вас же стараюсь, питье и еду, угораю от вашего чада, готовлю. Не в дебрях пустынникам строится трасса, но в порт, на апостольский сейнер, на ловлю». Не мерьте поповским продымленным горе аршином, по Библии вечные сверяйте дела и поступки. Избудется слово не то, как в синоде решили, канонизации вашей не в вечности, только на сутки. Не поздно вам вникнуть в себя и в учение, не в книги сотлевших монахов пустынных, а в слово небесного Авы великого честного, на проповедь мрачно не шли с человеческим сыном. Когда отойду, непокорство и верность рассудят, кому и как много отсыпал хулы и хвалы. Апостолом некогда было, был и предатель Иуда, но слово Христа посылается к добрым и злым. Известно мне стало, как рьяный епископ клянет меня, мои книги и тех, кто со мной заодно. На их конференциях, форумах каркает зло воронье, как вовремя Лот покидает МПшный Содом. Прильните к словам Иисуса, целуйте, не толстые корки, закованные в тысячи лет. Прислушайтесь вы к воркованию небесной голубки, быть может, воскреснет хотя бы один из подрязки скелет. Второе Коринфянам 10:4. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот так смотрите, затормозите, и можно дальше считать.
отрывок Парнасифея. Однажды он пришел к преподобному Дорофею и просил его объяснить одно место из Священного Писания, ибо, ревнуя о просвещении ума своего, он начал размышлять над некоторыми местами Священного Писания. Но его наставник не хотел, чтобы Досифей упражнялся в изучении Писания, так как боялся, что тогда он возмечтает о себе и не сохранит смиренного сознания своей нищеты душевной. Посему на вопрос ученика преподобный Дорофей отвечал: «Не знаю». В другой раз, когда Досифей снова пришел к своему наставнику и спросил его о другом месте Священного Писания, он получил такой ответ: «Пойди к игумену и спроси его об этом, я же не могу тебе объяснить». Повинуясь повелению наставника своего, блаженный Досифей отправился к игумену. Но Авва Дорофей предупредил игумена: «Если придет к тебе отче Досифей и станет спрашивать о разных местах Священного Писания, нанеси ему удар». Когда Досифей пришел к игумену и просил его объяснить непонятные места Священного Писания, игумен начал наносить ему удары, говоря: «Зачем ты не молчишь, если ничего не понимаешь? Зачем ты осмеливаешься спрашивать о сем? Не должен ли ты больше заботиться о своей чистоте, вместо того, чтобы заниматься испытанием Писаний?» Затем еще ударил его дважды полонитом, и игумен отпустил его. Возвратившись к отцу Дорофею, преподобный показал ему свои покрасневшие от удара ланиты и сказал: «Игумен нанес мне удар еще так же по спине и больше ничего не прибавил». Он не стал укорять своего наставника, не сказал ему: «Зачем ты не вразумил меня? Зачем послал меня к игумену?» Нет, ничего подобного не сказал блаженный Досифей. Он все, что приказывал ему наставник его, принимал с верой и тотчас же исполнял его повеление, было без всякого рассуждения. Когда Авва Дорофей спрашивал ученика своего о его помышлениях, Досифей рассказывал ему своему наставнику и покорно выслушал от него все наставления. При этом повеление своего учителя он старался соблюдать с такой точностью, что святому Дорофею никогда не приходилось повторять свои наставления. Сергей Евтушенко: «Чудовищные звери». Наталья: «Ужас, за то, что хочет знать Слово Божие, сначала надо бить, чтобы не спрашивал. Главное, послушание Аве дороже всего, а потом сами себя канонизируют, и в святых прежде пришествия Христа уже записали». И вот Русик Гусейнов. Елена Фар пишет: разные воспоминания. Я тут еще Амфилохия, как ангелы его рукоположили. Амфилохия. Вот я могу даже показать здесь. Амфилохия за декабрь. Житие. Ангелы Господни трижды являлись в видениях святому Амфилохию, призывая его идти в иконе на святительский подвиг. Вот. Собор ангелов рукоположил Амфилохиева епископа. Святитель, возвратившийся в келью, встретил семь епископов, которые разыскивали его по повелению Божию, чтобы поставить архипастырем иконии. Святитель Амфилохий рассказал им, что уже рукоположено ангелами. Ну, то есть нигде больше такого нету, и так любой сектант может оправдать себя.
Это приводится как нормально, потому что это наше. Тропари все это написали, как положено. Ну что за день? Утром проверили, что сеть попалась, нет, рыба большая, 17 карасей попало. Поехали в Корчино, попроведали сельского Семена Михайловича. Он на 5 лет старше меня. Потом к сыну его сильно больной Алексей был Семенович. Там побыли, тоже все записали, вернулись еще раз, проверили, 7 карасей еще попало. Ну, суббота. Что тут дальше? Работы нет. В баню сходить. Приготовились к богослужению. Ну, так. Так день, события, дня такие простые. Понятные. И на этом все, можно сказать. Показать наши ресурсы. Ну, это и так понятно. Вот мой мир. Вот воевода. Вот это где я в шапке, это так. И ленточный. Православный форум, 1600 тем. Ну и отдельно. Православный видеоканал «Открытым оком». 39 226 подписчиков. 38 920 просмотров. 16 300 роликов. Ну и большой во свете Библии православный библейский сайт. Хорошо составлен. Вот на этом все.